И всем привет! Вы на канале Зеленый Листик, и в этом видео распаковка посылки с Озон. Я вам покажу, что лежит внутри этой посылки. И мне самой даже интересно. Давайте начнем открывать. Я сначала убираю пупырчатую пленку, но сама посылка очень хорошо упакована. Мне очень понравилось. Все крепко. И очень много вещичек внутри этой коробочки. Все, что нужно для слайма. Там лежит вот такой большой пластилин. Я не знаю, как он называется, но это большой пластилин. Потом вот такие вот шарики, пенопластовые шарики. Это у нас тут 5 баночек для слайма и 1 баночка для всяких украшений. Блесточки, шаримики и вот остальные баночки. Дальше это обычный клей и загуститель. И также сюда положили палочки, перчатки, инструкцию и наклеечки, чтобы украсить баночки для слайма. Очень красивые наклейки. Миленькие. А это в конце мне подарили еще подарочек. И вот сколько вещей лежало в одной банке. Коробочке. И это все для слайма. Я очень рада. Мне очень понравилось. Смотрите, какие красивые блесточки, шармики. Все такие миленькие. Зайчик, мишка, уточка, цветочек и еще один зайчик. Очень все миленькое. Прямо очень, да. Даже не знаю, сколько раз я скажу очень миленький. Тут очень много вещей. Ну, прямо для украшения, для всего, что нужно для слайма. Прямо все есть. И мне очень даже понравилось. А вот и инструкция. Тут все написано, как нужно по порядку наливать, высыпывать. Ну и вот и все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!